Анатолий и Галина Сидоренко вместе уже более 60 лет. Выросли в одном городе, работали на одном предприятии, заводе кузнецов. А после того, как познакомились, так и живут в любви, согласии и дружбе. Это и есть главный секрет крепких отношений, уверены супруги, которые воспитали двух сыновей, четырех внуков и одного правнука. Мы самарские, познакомились по дороге на работу, работаем на одном заводе, по пути познакомились. Он пришел из армии, я в институте училась. Дружба, любовь, доверие. Да. Согласен. Семейную чету Сидоренко, а также и другие пары, которые сохраняют свою любовь на протяжении более 50 лет, чествовали в рамках Дней Самары на одноименной выставке. Церемония была приурочена Году семьи и Дню народного единства, потому что именно эти семьи являются примером для других, демонстрируя настоящее единение, любовь и поддержку. Конечно, этот опыт надо тиражировать, показывать и маленький от мала до велика, потому что именно дети впитывают то, как должна строиться семья, каким образом строить отношения и сколько, видя на примере таком, что можно прожить и 50-60 лет, быть красивыми, замечательными, любить друг друга и уважать друг друга. Семейным парам вручили подарки, показали фотографии из их архива на главном экране, а также поздравили творческими номерами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.